видали? На бутылку 12-летнего вишкаря сменял. Ты сдурел? На пустую. Она вещь красивая, она бесполезная. Мужики в нее самогону нальют. Садись есть, бизнесмен хрен. Тихо, осторожно, Катюха. Не забрызгай мое новое пальто. Да тут половник такой неудобный. Вот в том доме половник был одно удовольствие. В том доме у всех свои удовольствия были. Так, мам. О, соседи, здорово. Грузчики нужны? Сами справимся. Ванечка, ты остальное занеси, ага. Пока всякие грузчики не растащит. Давай, помогу ты. Не правда, давай лучше я тебе помогу. Ага. Я знаю, как вас с мамой помирить. А? Да. Ну, делись своим богатым жизненным опытом. Мы приехали. Ну, наконец-то. А тут некоторые хотели ваш суп на добавку пустить. Мамы? Да. Папа? Так. Мы с Яной хотим вам кое-что сказать. У вас будет еще один ребенок. Шустрые вы. Яна взяла справку из консультации. И теперь мы можем подать заявление в ЗАГС. Так, это же надо поздравить. Че, сидим? Молодых. Я сгоняю. Да сядь. Че? Ну, я сгоняю. Кать, дай половник. Ну что же, план интересный. Только вот у нас с мамой пока нету общих трудностей. Есть. Да? Я ваша общая трудность. Не понял. Ну что, например, если из-за меня вас обоих вызовут директору школы? Вы вместе пойдете, вместе будете искать решение проблемы. Грандиозный план. Знаешь что, дружок, ты давай-ка лучше учись хорошо, вот что. Пап, подожди-то. Если честно, вас уже вызывают. Что на этот раз? Контрольный завалил. Сказал, это из-за того, что у меня родители разводятся. Кстати, троечку получил. Ну, а нас тогда зачем вызывают? В смысле, зачем? Будут уговаривать, чтобы не разводились. Разве не этого хотел? Я бы хотел, чтобы мой сын не обманул учителей, не выклянчивал тройки и не заставлял отца участвовать в этом обмане. Вот что бы я хотел. Зато вы хоть куда-то вместе пойдете, заодно и поговорите нормально. Вань, ну где ты застрял? Мам, иди сюда, мне надо там, вам с папой кое-что сказать. Дело в том, что вас с папой вызывают директору школы. Потому что за ваши ссоры я учиться нормально не могу. Аня, слушай, ну Иван действительно думает, что мы на грани разлома? Ну что ж, чем раньше он начнет формировать новую реальность, тем легче ему будет это пережить. Нам нужно официально развестись. Ну, вот тебе и общие трудности. Полин, ты слышал, что они удумали-то? Они свадьбу делать не хотят. Мы просто решили, что нам с Яной это не нужно. Ну, это надо подумать. Слушайте, ну это мне, что ли, одной надо? Леш, ну вот что ты-то молчишь? Что, я сейчас скажу, что свадьба нужна, а меня опять обвинят в беспричинном пьянстве. Вряд ли мы себе сможем позволить большое торжество. Так а надо намекнуть гостям, чтобы деньги-то дарили. Тогда мы на этой свадьбе еще и заработаем. Но можно не размахиваться, пригласить только родственников. Ваших родственников. Наши могут пустые конверты подарить. Да как мы людям глаза-то будем смотреть, а? Между прочим, нас все соседи приглашали. Короче, мы свою позицию обозначили, а дальше делайте, что хотите. Бать, пойдем, дров наколем. Ой, идите куда хотите уже, а от вас все равно. Пользы-то мало. Спасибо за обед. Мам, если это так необходимо, хорошо, давай сделаем свадьбу. Но только как-нибудь по-быстрому. Нет. Нет, если делать свадьбу, то не как-нибудь. Молодец, Яночек, правильно. Этим же мужикам им же все по барабану. А времени на подготовку сколько осталось? Да. В общем-то, раз я беременна, нас распишут быстро. Угу. Может, даже через пару недель. Мы все узнали.
Молодцы. Узнали они все. А как подготовить свадьбу за 2 недели? Вы не узнали? Нет, ну это же нужно платье невесты, туфли, кольца, ресторан. Нереально. Ладно. У меня подруга с КБО-то сейчас в свадебном салоне работает. Ну, она нам со скидкой платье продаст. Если надо, по фигурке там подгонит. Ну, чего, с нее и начнем, согласны? Ну, а какие у нас еще варианты? Ну, все. Завтра как проснемся, к ней поедем. И все, успеем остальное сделать, не волнуйся. Ну и что ты с этой свадьбой делать будешь? Я-то? Да. Если позовут, пойду. А ты что думаешь? Я думаю, что из буржуйского дома надо забрать Катюхин половник. Помню, когда первый раз мы у них обедали, она ходила вокруг с ним, как девушка с веслом. Мне тоже в доме кое-что надо. Вот так. Ну и как ты забирать будешь? Там же теперь охранник. Есть у меня одна идея. А? Завтра попробуем. А! Что, детка, ребеночек шевельнулся? Нет, опять булавка. О, это ничего. Рожать-то больнее будет. О, Галь, привет. Занята, да? Заходи, ледок. Я сейчас освобожусь. А девочка твоя пусть пока платье выбирает. Ну, деточка, переодевайся, завтра готова будет. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Представляешь, молодежь пошла еще в школе учиться, она замуж по залету выходит. Ну, Галь, бывает, чего. Куда только родители смотрят, стыд, позор. У тебя-то что за невестушка? А это одного знакомого, там, дочка вот. Я ее толком-то и не знаю. Молоденькая. Видать, тоже по залету. Это мы сейчас узнаем. Я на примерке любую могу разговаривать. Галь, ну, если ты занята или тебя напрягает, мы в другое место пойдем. У нас и денег-то немного. Ну что ты? Ну когда я своим-то отказывала? Тем более, надо же у нее выведать. Да. Доброе утро. Добрее не припомню. Слушай, пап, я не хотел, чтобы у вас с мамой все так вышло. Но я уже все исправил. Чего ты исправил? Нет, меня тут нет. Не упусти свой шанс, пап. Подожди, в смысле? Давай, пап, давай. Куда ты? Да, входите. Иван, у тебя? Нет. Что случилось? Антон, я пришла к тебе такой, потому что там в доме никого нет, а я просто совсем не знаю, что мне делать. Сейчас. Вот. 4. Мам, пап, больше не могу на ваши 40, поэтому я ухожу. Он сбежал из дома, что ли? Пишет, что сбежал, потому что мы с тобой не вместе. Понятно. Его надо найти. Найдем, Полин, найдем. Все, спокойно, успокойся. Присядь, присядь. Вообще-то я очень надеялась, что он прячется где-то у тебя и что все это не всерьез. Блин, ну что ты, Полин, если бы он был у меня, я бы его сразу к тебе отправил. Ну что, я буду решать личные проблемы за счет ребенка, что ли? Ну это бред, ну что. Бедный Ванечка, он так всегда переживал наши размолвки. И вся эта грубость, это же просто защитная реакция. Ну, конечно, ну, вообще, извини, пожалуйста. Конечно, он где-то сейчас сидит там, волнуется, переживает. Что-то септик, что ли, какая-то вонь идет все время. Так, не время расстраиваться. Надо искать ребенка. Да. С чего начнем? Начнем, я думаю, со звонка. Естественно, я ему позвоню, он просто телефон дома оставил. Ну, я имел в виду, что мы обзвоним его там друзей, приятелей. Точно. Все-таки ты соображаешь лучше, чем я. Пойду сейчас. Давай. Звоню. Давай. Я сейчас приду к тебе, Полин. Вот видишь, пап, вы уже давно друг с другом так много не общались, да? Согласен. Ну, а как мы будем тебя дальше искать? Чего? Что вот это вот? Это весь твой план? Угу. Чего не так-то? Ты датчик свой сердечный взял? За батарейки с тебя высчитаю. Надо будет из гаража заодно мой набор инструментов прихватить. Он фирменный, дорогущий. Ха! Откуда это у тебя, сынок? Свой фирменный, дорогущий набор инструментов, а? У меня даже джип был свой, если ты помнишь, дорогущий. А набор от него, я его на память прихватил. Здрасте. Чего надо? Здрасте. Проверка газовых плит. Чужих пускать не велено.
Да перекроем ему газ, да и все. Ну, конечно, придется, раз доступа нет. У вас же котел газовый? Ну. Баранки гнут. Ага. Будете зимой без отопления, значит. Пойдем, Алексеевич. А чего бутылку-то лезете? Погреть свою плиту. Сразу бы так. Думай, что говоришь-то. Мы же при исполнении. Ты что-то писал про место, где нам всем хорошо. Это наш прежний дом. Точняк. Значит, я именно туда и убежал. Там тебя мама железобетонно простит. Нам туда не попасть, там охрана. А я могу. А через гараж. Ты же мне это ключи сделал, чтобы я туда велосипед закатывал. Гараж, допустим. И потом? А потом пройду в гостиную. Угу. А если дверь, которая ведет из гаража в дом, заперта? Значит, найдешь меня прямо в гараже. Ну, так себе план, конечно. Но другого у нас нет. Так, значит, я иду к матери, перечитываю записку, догадываюсь, где ты и... Ага, только не так быстро. Я там должен быть раньше вас. А маршрутка чуть медленнее маминого спорткара. Ну, час тебе хватит? Ну, вполне. Так, давай тогда встречаемся в 12. Давай, беги, а я к маме. Время тянуть. Угу. Угу. Да, спасибо. Извините за беспокойство. Полкласса обзвонил, ничего. Ну, давай будем надеяться на вторую половину класса. Телефон сел. На, возьми мой, звони. Да. У нас странно все. Даже никакого намека, где он может быть. Подожди, как же я сразу-то не сообразила? Дай-ка. На. Каждый выбегающий из дома ребенок хочет, чтобы родители его нашли. Так. Я знаю, где он. Где? В нашем старом доме. Поехали скорее. Поехали. Слушай, Полина, мне надо как-то переодеться. Там. Ты еще причешись и накрайся. Поехали уже быстрее. Поехали. Вот плита. А, вижу. Газоанализатор. Ух ты! Плохо дело. Утечка тут у вас. Слышь, как пищит? Будем устранять. Ну ты иди. Мы как справимся, позовем. Ага. А вы сейчас опрете что-нибудь тут? Ты за кого нас принимаешь-то? Я сроду ничего чужого не брал. Это точно могу хоть на суде подтвердить. Суда не будет, но приговор точно приведу в исполнение. Разводягу дай мне на 4.12. Такая молоденькая, а уже замуж. Любовь с первого взгляда. Нет. Со второго. Это же на качество платья никак не повлияет. Извини, что спросила. Просто всегда интересно про любовь послушать. Ну, не хочешь, не рассказывай. Галь, ну, конечно, не обязательно, но... Просто всегда, как увижу, что до свадьбы беременна, прямо аж плакать хочется. Лидия Семеновна, не обязательно было всем рассказывать про то, что я беременна. А я даже и не думала. Ну, что ты, Ямочка, мне можно, я никому. Давай, детка, спускайся. Только не уколись. Угу. Я все... подошью. Я так и знала. Они сейчас все такие. Женишок-то ее тоже хорош. Воспитал кто-то сыночка на нашу голову. Родителям не стыдно. Галь, ну при чем тут родители-то, а? Ну что, им еще в школе за ними, что ли, подглядывать? Здрасте, кого можно? Сынок, ты иди-ка на улице, подожди. Ой, Данил, ты заходи, конечно. Тетя Галя. Большой-то какой вырос! Девчонки-то, небось, вокруг, а? Как комарики вьются! Вот, Яночка, посмотри, какой у моей подруги сынок растет. Вот таких скромных нужно мужья брать. А я себе как раз такого и взяла. Слушайте, ну что, мы пойдем, наверное, нам еще туфли надо посмотреть. А Яночка на днях-то и забежит за платье. Да, до свидания. Пока, Галь. Пока. На той конфорке сильнее пищало. Ну вот уже люди хозяина пришли. Заканчивайте быстрей.
Ну тогда вечером будете утечку искать. Я за вами слежу. Умеют люди вовремя прийти. Давай, сыграйте все, а я быстро в гараж и обратно. Сбежал. Сейчас приедет папа Антон с мамой Полиной и найдут меня. Не понял. Много объяснять. Но только они меня не найдут, потому что искали меня в гостиной, а там кто-то шарится. Там мы с твоим дедом шаримся. Не понял. Долго объяснять. Так, Полина с Антоном нам там совсем ни к чему. Они нас запалят, понятно? Не совсем. Но я точно знаю, что если меня в гостиной не найдут, то придут сюда. Плохо. У меня здесь дело. Ладно, план меняется. Дай телефон. Где этот охранник-то? Лешка, не волнуйся, так охранника я беру на себя. Это не понадобится. Ну же, я лучше знаю охранников, поверь. Здравствуйте. Мы вот бывшие хозяева этого дома. Да, нам буквально на 5 минут зайти в дом и все. Полина Сергеевна? Да. Хозяин звонит. Проходите. Алена, а когда ты успела Альберту позвонить? Когда на заправке полчаса возился. Вы знаете, мы думаем, что наш сын прячется у вас в доме. Это врет. Меня мышь не проскочит. Тогда, значит, он в гостиной, где наша семья очень часто собиралась вместе. Там точно нет. Там газовики, газ добывают из плиты. Да? А, ну, значит, он в гараже. В гараже? Да. Ну, тогда уж он у себя в спальне. Мама, ты слишком плохо знаешь своего сына. Он всегда убегал в гараж, когда хотел побыть в одиночестве. Ну, хорошо, пойдем посмотрим, как ты знаешь своего сына. Он всегда прятался в шкафу. Не в этот раз. Ты сегодня просто поразительно проницателен. Не, просто всегда. Где Иван? Я думаю, на втором этаже. Извините, пожалуйста, вы мальчика не видели? Нет. Я духовку на утечку газа проверяю. Ну, вообще, здесь плита газовая, а духовка электрическая. А ну-ка. Ой, Виктор Алексеевич, вы что здесь делаете? Вы его знаете? Да, немного. Полин! Полин. Я знаю, где Иван. Я сама знаю. Виктор Алексеевич, вы... Полин. Стоять. А где второй? Извините. Газы. Ну вот, пожалуйста, с ним все в порядке, ты говорила, да? А мне кажется, он плачет. Плачет? Ванечка. Ванечка. А вы с папой как договаривались? Ты должен был плакать или ты нет? Должен. Я? Да.
Не, ну вы молодцы, вы, конечно, очень талантливо все разыграли. Жаль, просчитались немножко. Ваня не знал, что твой телефон у меня, да? А он тебе сообщение отправил, чтобы сказать, где находится. Полин, мы просто хотели с Ваней помочь тебе принять верное решение. Ну, я поздравляю вас. Я приняла верное решение. До встречи в ЗАГСе. Откуда там твоя маршрутка-то отправляется? Так, еще надо столовую заказать. Гостей-то будет человек 30, не меньше. Залет женится. Сразу видно. Яблочко от вишенки недалеко падает. Точно! Наверное, мамаша ее тоже еще в школе обрюхатили. А женишка-то видели? Ничего, она в нем нашла! Ничего, такая себе быстро любовника найдет. А этот пусть семью кормит! Посор, посор, посор! А может, и правда, если вам эта свадьба не нужна, нам-то она зачем? Скажите, Полине не Сергеевне, спасибо. А легче ты, дум-дум. У меня сердце, я сам. Баклана. Хорошо, что выпустили. Плохо, что с пустыми руками. Ну, не совсем с пустыми. Заявление приняли, дату назначили. Угу, меня тоже. Правда, дали 2 месяца на то, чтобы передумать. И правильно. Некоторые-то вон совсем не думают. Получается, вы из-за моего вранья разводитесь? Нет, сынок, из-за моего. Но у меня есть целых 2 месяца, чтобы все исправить.